Александр и Наталья Вострикова – заядлые театралы. Раньше, вспоминают, не пропускали ни одну премьеру. 7 лет назад, после того, как после серьезной травмы глава семейства сел в инвалидное кресло, доступен стал не весь театральный репертуар. Театр «Русский стиль», который там находится пандусы, на Тургенева, там, да, там есть пандус, там есть условия. Мы там достаточно часто бываем. Теперь супруги вновь откроют для себя и свободное пространство. «Жени Бочагарова очень, очень хочется смотреть». В театре появился ступенеход. Благодаря этому чуду техники Саша легко сможет подняться по лестнице в зрительный зал. Опускаем. Зафиксировалось. Вся процедура займет не больше 5 минут. Главное – уметь управляться со ступенеходом. Впрочем, роль рулевого есть кому сыграть. В целом, я думаю, мы все же справимся. И даже худрук театра. Ступенеход в свободном пространстве появился благодаря совместным усилиям Орловского областного общества инвалидов и самого театра. Устройство куплено на грант, полученный от муниципалитета за проект «Искусство без преград». Вот мы получили где-то 15 дней назад, и сейчас вот эта техника уже здесь, и мы начинаем с ней работать. Дальше по плану проекта – туалетная кабинка для колясочников. На нее деньги собирают на благотворительных акциях. Свою лепту может внести каждый желающий.